Короче говоря, вышло обновление в Standoff 2. Уважаемые подписчики, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь, потому что я очень стараюсь над подобными видеороликами. Сегодня было обычное утро. Хотя стоп, необычное. Сегодня должно было выйти обновление в Standoff 2. Я проснулся, первым делом проверил Play Market. Обновления не было. Зашел в ВК, мне написал тестер или не тестер. Он сказал то, что у него есть слив обновления. Я спросил, откуда у него слив. Он сказал, что его бабушка работает уборщицей в офисе Axel Bolt. Ха, подозрительно. Потом он сказал то, что его папа лучший друг главного разработчика. Это уже было правдоподобно. Я согласился на все его условия. Он сказал, чтобы я ему дал 100 голды и он все расскажет. Я купил у него скин и ждал ответа. Он отправил сообщение, но там был не слив, а каких-то два мужика. Вот говнюк. И добавил меня в черный список. Я пошел кушать. Мне позвонил ТикТак и сказал то, что вышла обнова. Я побежал проверять. По пути к компьютеру я не вписался в поворот и упал. Вспомнил мотивацию с паблика ВК. Если упал, вставай и делай следующий шаг. Я встал и подошел к компьютеру. Обновления не было. Набрал ТикТака и сказал, что это была неудачная шутка. Я пошел в туалет. И как назло закончилась туалетная бумага. Жизнь меня к такому не готовила. Как вдруг мне звонит ТикТак и говорит, что в этот раз уже без шуток реально вышла обнова. И сказал, чтобы я быстрее снимал. Я не помню такого дня, чтобы я был так зол. Тут я вспомнил то, что у меня в кармане есть сдача с Мака. То, что было дальше, я уже продолжать не хочу. Я побежал к компу и начал качать обновление. Как вдруг у меня пропал интернет. Я понял только одно. Сегодня явно не мой день. Я позвонил провайдеру и сказал все, что про него думаю. Мне включили интернет. Да, я это сделал. Ура! Я пошел качать обновление. Как вдруг... Обнова. Илья, просыпайся. Обнова. Это все был сон. Короче говоря, вышло обновление в Standoff 2.